Наживку я насадил. Бросаю леску в воду. Как поняли? Я понял, стрекоза. Мы начинаем. Это я наживка? Я бы назвал тебя паршивой собакой. Но так как мы на рыбалке, это более уместное слово. Как это на рыбалке? Не переживай. Сейчас поймешь. Спокойно, господа. Санитарный контроль. Мы хотим видеть патрона. Месье, на контроле у входа два полицейских. Наверняка есть и другие. Вполне вероятно. Надень это. Вперед. Вот так. У вас ничего не выйдет. Видишь, уже клюет. Не получится, здание заминировано. Если было бы легко, меня бы не послали. Это что? Все просто. Если вякнешь, останешься без щеки. Хочешь попробовать? Здорово. Я отмечу в рапорте, что ты сотрудничал. Стрекоза центру, начинаю рыбачить. Месье Ву ждет вас. Только вы, без свидетелей. Жди меня здесь. Месье Ву, я рад вас видеть. Не двигаться. Руки вверх. Вперед. Господа, прошу вас. Блин, что за дела? Мы что, крайние? Да нет, просто сначала старше. Егор, мы знакомы? Да, твои фото я обожаю. Черт! Давай. Голову вверх. Что это? Это то, что вы изобрели. Господа, пойдемте со мной. Они над нами издеваются. Да ладно, Сэп. Сейчас и мы пойдем. Да ты знаешь, сколько еженедельно мы берем у этого пидора? Расслабься, Сэп. Мы же не спешим. Вот тебе Маргариту принесли. Расслабься. Плевать, я хотел на твою Маргариту! Мне нужен мой товар! Стрекоза в садке переполох, требуется вмешательство. Месье Сэр, а я за вами. Ответь мне, корова, ты как со мной обращаешься? С каких это пор я крайний? Лучше всегда на закуску. Руки в стороны. Кто этот тип? Кто это травести? Что за шутки? Да ты нашпигован, как ракета. О, да! Я не спал уже 3 года. Это очень вредно. Все хорошо, это упала ваза. Стрекоза центр, рыбалка окончена. Давайте, сачок. Понял, стрекоза, сейчас будет.